что, красный угол Ринга, Ибрагимов Камиль. Возраст 27 лет, вес 77 килограммов, рост 178 сантиметров. Поселок Иноземцево, Железноводск. Его оппонент Сангов Мурат, 75 килограммов вес. Возраст 18 лет, рост 180. Боец готов? Боец готов? Стой! Парни, кто ехал с Зеленокумска на 84 килограмма и не подошел, не отметил? Еще не приехали, понятно? Итак, Сангов Мурат, голый торт, синие шорты, белые перчатки. Его оппонент Камиль Ибрагимов, зеленые шорты, красные перчатки. Вот. Кама! Давай! Байка! Бойцы, кто берет экипировку, не забываем возвращать ее в красный угол ринга. Бандажи, перчатки. Давай, доставай. Что? В рыбалке, пригрусти. Рама, ногой попробуй. Левая, левая, Рама, пойдет левая. Походу на кого? Что ты где? Что у нас за гробовая тишина? Давай, Дима, не хочу! Машины, улица, песок. Парни дерутся до победы. Кто снимает видео, фото, выкладывает в этом в соцсетях? Отвечайте, пожалуйста, на это. Стрелка Кавказ одним словом. Вам это не сложно, а нам приятно. Опа, пробил. Ну что, кто сегодня определится, те три счастливчика, которые поедут в сентябре в Санкт-Петербург-Пицца за миллион рублей? Дешево. На финале проекта «Охота на миллионов» телекомпании «Три года». Вот. Вот и бед. Ой, хорош, Камиль. Вот и все. Поднимайся. Давай. Перекручивай. Давай. Стоп! Ай, молодец! Итак, в этом напряженном, интересном поединке победу одержал боец красного ринга Камиль Ибрагимов!